що типу, це перший показ, і реально, типу, це, знаєш, важко зібратися в перший раз. Але музика жива, я просто реально від музики так кайфану. Музика, одежда, стайлінг крутий. Чесно, мені понравився показ. Лукавить не буду, реально хороший показ. І я нічого поганого не можу сказати. Я чесно радий за нього, що от перший вилетів, і реально от такий старт у нього вже громкий. Типа, я побачив сьогодні дуже багато людей. Дуже багато. І це хороше начало, я думаю. Тому я повністю желаю удачі далі. А показ на самом деле был просто офигенный. На самом деле я думала, что будет очень скучно. Ну, я так богу, что предвзято немножечко относилась. Но он так хорошо все стилизировал. И музыка, и модели, и сама его одежда. Оно все выглядит интересно. И образы дополненные. Так что прям богу. Вот как дизайнер, как мой внутренний стилист, я считаю, это было прям по-богушевски. Вот модели ходили, и мне казалось, что это все маленькие богуши ходят. Показ понравился уже только потому, что его автором был Богуслав. Мне очень импонирует этот участник проекта «Подиум», бывший участник уже, к сожалению, ну хотя, может, и к счастью, неизвестно. Потому что он достаточно имеет кроткий нрав, и мне это очень импонирует. А сам показ очень интересен, и очень интересные модели, очень необычные решения в плане кроя и стиля. Я когда выходил, я думал, я сдохну там. Страшно было. Страшно очень. Сколько ты готовил показ? С Нового года. С Нового года. С 20 чисел января. Расскажи про идею этого показа, этой коллекции. Переход из Советского Союза в развал СССР и период большевиков. А как ты связан с тем временем? Потому что тебе всего 16 лет, ты родился тоже после СССР. Интересная романтика СССР. Мне рассказывал мой учитель истории о этой всей шелухе, и мне понравилось. Захотел сделать. Кто тебе дал подиум? Чувствую после подиума себя человеком, который чего-то достоин все-таки в этом мире и который может назвать себя дизайнером.